Открывают уникальный инженерный объект – высоковольтную линию электропередач, который будет питать крупный Балаковский завод. Сейчас можно уже подключать будет и вводить оборудование «Северстали». Началось с заготовительного производства, следующий там электростали плавильный, прокатный стан. И дана мощность порядка 170 мегаватт, который позволит уже функционировать и поэтапно вводить завод «Северсталь». Линию построили буквально за год. Работать приходилось в сложных условиях из-за пересечения с действующими объектами. Нужно было выполнять работу на этих пересечениях, не прерывая электроснабжение потребителей. Были созданы временные резервные схемы. А это был зимний период. Сами понимаете, ответственность в зимний период оставить без энергоснабжения потребителей. Поэтому вот на данном этапе ни одного сбоя не было, и жители вот Балаковского района и Саратовской области это не почувствовали даже. Всего на строительство затратили около 170 миллионов рублей. Использовали только самые современные материалы и технологии. Здесь газовый выключатель, а там компрессорные мощные. Вон. Уровень совершенно другой. Экскурсия по объекту, с которого, по словам министра промышленности и энергетики области Сергея Лисовского, начинается модернизация энергоснабжения в регионе. Это стартовый объект для более крупных. Вводим в конце этого года Балаковская Эскурдюм, там 300 километров длиной, линии 500 киловольт. Следующий год на Пензу отсюда пойдет. Так что создается сеть. Самый ответственный этап запуска линии, включение оборудования под рабочее напряжение, прошел успешно. А это значит, что все сделано надежно. Людмила Самарина, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов.